о правах и обязанностях несовершеннолетних сограждан. 20 ноября в России провозглашен Днем правовой помощи детям. В рамках этой акции повсеместно по региону проводятся мероприятия в центрах соцобслуживания, в госструктурах и вузах. Цель акции – разъяснить все нюансы правового положения детей в нашей стране. В частности, органы соцзащиты проводят рейсы в удаленные населенные пункты для детей и подростков, организованные интерактивы по правовой тематике. Бесплатные консультации проводятся на базе в ЛГУ и в КТОСах. Более подробно о проводимых мероприятиях можно узнать на сайте Департамента соцзащиты населения, раздел «Планы работы».